Беседа о том, что один законодатель Ветхого и Нового Завета, также об одежде священника и о покаянии, принадлежит святому Иоанну Златоусту. Этой беседы принадлежность, равно как и следующая за нею, некоторыми учеными заподозревается. Пророки возвещают Евангелие Христова Царства, служители новой благодати изъясняют его, а божественного слова слушатели, почитатели и прославители принимают. Не жаждая слова учения, нельзя найти удовольствие в слове истины. И как не жаждущему и не алчущему невозможно с удовольствием наслаждаться пищей, так невозможно найти удовольствие и в слове истины тому, кто не жаждет учения Святого Духа. Поэтому Спаситель говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Истинная пища душ, истинная роскошь благочестивых, истинное богатство набожных – Слово Божие, говорящее устами Давида. Именно он гордится то, как богатый, а то, как наслаждающийся, и говорит: «Как сладко гортани моей слова твои, лучше меда и сота устам моим». Здесь голос того, кто наслаждается. Слово Божие было для Давида наслаждением. Об этом он часто говорил: «Насладился, Господи, и даст ти прошение сердца твоего». Псалом 36:4. А в другом месте он хвалится богатством закона, не как наслаждающийся только, но и как богатый. И говорит: «Благо мне, что закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Видишь ли, какое наслаждение благочестия и богатство праведности? Поэтому нам должно жаждать божественного и алкать небесного, обильно наслаждаться с царской Христовой трапезы, твердо держать все Евангелие спасения, не теперь только заявившего о себе, но основанного пророками и созданного апостолами. Не с тех пор, как явился Христос, началось Евангелие, но оно было насаждено в пророческих книгах, а прозябло в апостольской проповеди. Поэтому Павел, желая показать, что Евангелие началось не с воплощения, а заблистало с пророков, и что через воплощение оно засияло, и говорит: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который еще прежде обещал Бог пророкам своим в Писаниях святых о Сыне Своем, бывшем от семени Давида по плоти». Римлянам 1.1. Павлу известно, что Ветхие и Новые Заветы нераздельны. Но для того иногда он называет этот Новым Заветом, чтобы показать, как обновились концы Земли и Вселенной. Знаю, что это положение было изъяснено мной недавно, но повторяю о нем, чтобы напомнить вам. Называет Новым Заветом, следовательно, для противопоставления устаревшему, лучшим, для развлечения от худшего – вечным, по сравнению с временным. Называет его Вторым Заветом. Для чего вторым? А для того, чтобы соединить их в мысли. Что существует отдельно от чего-либо, то не называется вторым по отношению к последнему. Но так как Бог говорил и в Первом, и во Втором Заветах, то тот же Павел называет один первым, а другой вторым, выясняя при помощи числа и взаимное согласие. Поэтому Павел возвещает, что царство Отца и Сына и Святого Духа нераздельно, называет Евангелие то принадлежащим Богу Отцу, то Сыну, говоря: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». А чтобы кто-либо, услышав об Евангелии Бога, не подумал, что Сын не имеет власти для проповеди, Павел в том же самом послании немного ниже и говорит: «Ибо свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его». Замечаешь ли изумительный ум этого проповедника и совершенный его разум? Чтобы не подумали, что в законе служили одному Богу, а в Евангелии приступаем к другому, апостол говорит: «Благословен Бог, которому служу от прародителей чистой совестью». Не от одного, говорит, перебежал я к другому, но того, которого я чтил, не зная, я воспринял, обладая знанием его. И опять он же, желая показать, что слова Ветхого и Нового Завета принадлежат одним устам и одному владыке, привел одно свидетельство из Писаний, соединив с евангельским словом Ветхий Завет, и сказал: «Написано: не заграждая рта у вала молотящего, и трудящийся достоин пропитания». Слова
«Не заграждай», — сказал Моисей, а выражая «недостоин награды своей», — «Христос в Евангелиях». Но чтобы показать, что одни уста сказали и то, и другое, он соединил разделенное временем, соединил ввиду согласия истины и сказал «написано». «Вала молотящего, рот не заграждай, и достоин делатель награды своей». Образ этого евангельского согласия – сети Петра, сегодня закинутые в нашем присутствии. Петр не раз закидывал свои сети по рассказу истории однажды, в действительности же часто. «Всякий раз, как проповедовалось Евангелие, я не вижу ничего другого, кроме Петра и Андрея и сонма апостолов, развертывающих евангельскую сеть». И необыкновенно было зрелище видеть Спасителя на море, а поучаемых, стоящими подле морского берега. Странное дело, рыба на земле, а рыбак на море. Ввержение той сети было образом евангельского слова. Нашел, говорит Писание, рыбаков, которые промывали сети, так как отчаялись в успехе рыбной ловли. Ведь рыбак, не потерявший надежды что-либо поймать, не моет сетей. Итак, Спаситель нашел их отчаявшимися в успехе рыбной ловли. Стоит подле них владыка ловли и что делает? Прежде всего учит слову истины, затем повелевает вернуть сеть. Так как слова без дел были бездоказательны, то надлежало, чтобы за словом последовало доказательство с помощью дел. По Божьему повелению поймаешь и то, чего никогда не попадалось, и возьмешь то, чего и нет. «Бросьте, — говорит, — сеть вашу». Петр же говорит, «Наставник, мы всю ночь трудились и ничего не поймали, но по слову твоему брошу сеть». Удивляюсь вере Петра, отчаивающегося в прежнем и верующего в новое, но по слову твоему брошу. Почему он сказал «по слову твоему»? Потому что по слову его и небеса утвердились, и основана земля, и разграничено море, и человек увенчан собственно своими цветами, и все произошло по твоему слову, как говорит Павел. «Нося все словом истины своей» – Евреям 1.3. «Но по слову твоему брошу сеть». Слово сошло в море прежде сети. Рыб налицо не оказалось. Если они и были раньше, то вследствие многолюдства ловивших разбежались. Но сошло в море слово того, кто называет и несуществующее существующим. Прежде сети сошла сила повелевшего, и собралось множество рыб. Это было образом Вселенской Церкви. Так что прорвалась сеть, и дали знак своим товарищам, которые были на других лодках, чтобы пришли и помогли им. Нужно было двум кораблям сойтись для той ловли. Ведь если нет налицо сонма пророков, помогающего апостольской руке, если за пророчеством, предсказанием не последует выступление на дело апостолов, тогда не поймать того, что ловится. Поэтому Спаситель, пожелав показать, что ловля рыб – образ церкви, и восхотев еще научить Петра, этим примером возбудил в нем мужество и сказал ему «Не бойся, отныне будешь ловцом человеков». Отныне, с тех пор, как ты, говорит он, испытал мое могущество и понял, что и неразумные существа повинуются моему слову, и все следует моему мановению. Взяв этот достаточный пример, затем приложи старание к ловле людей, и не сказал он, будешь ловить людей, как рыбу, но будешь ловить людей живыми. Рыбы ловятся живые, а затем умерщвляются. А люди ловятся так, что от смерти переходят в жизнь. Отныне, говорит, будешь ловцом человеков. Почему же Спаситель говорит ему «не бойся»? Ведь обещание было для него заманчиво. Почему же он слышит «не бойся»? Так как он случайно вспомнил о своих прежних прегрешениях, то Господь и говорит ему «не бойся себя, как грешника, но впредь думай о себе, как об апостоле, повинуясь повелительному Господнему слову, уловить как бы сеть вселенной». Вселенную. «Не бойся! Всякий грешник заслышит от Христа. Не бойся! Только отныне пусть он покается». Итак, сеть, чтобы нам следовать ранее предложенному порядку речи, образ евангельского спасителевого учения. А это Евангелие Павел называет то Евангелием правды, то Евангелием мира, то Евангелием силы. Так как благодать проповеди может уничтожить войны, рассеять распри людей, несогласных по вопросу о благочестии,
и призвать всех ко спасению, то она и называется Евангелием правды, так как она полагает конец войне демонов, то и называется Евангелием мира. А так как простыми словами возвещает боговедение, то и называется Евангелием силы. Послушай, что говорит Павел. «Я не стыжусь благовествования, ибо оно есть сила Божия во спасение». Могущество тогда кажется таковым, когда помимо ряда человеческих рассуждений проповедник овладеет концами земли, как говорит Спаситель Павлу, «И довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Нисколько не было бы великим, если бы Господь просветил вселенную при помощи одного только своего божества. Но то удивительно, что через свое тело он показал бесстрастную и бестелесную славу. Нисколько не было бы удивительно, если бы живой и блистающий животворящий славой оживотворил вселенную. Но могущество слова состоит в том, что оно смертью уничтожает смерть, и через полученное им оскорбление воссеивает бессмертную славою. В другом месте Павел называет Евангелие Евангелием мира. «Приучите ноги ваши, — говорит он, — готовности благовествовать мир». А в ином называет его Евангелием правды, говоря, «Я не стыжусь в благовествовании, ибо в нем открывается правда Божия». Что такое правда Божия? Так как первый закон дал был только иудеям, а Евангелие всем, то он и называет последнее Евангелием правды. Бог праведен, всех одинаково сотворив, всех одинаково и просветил. И то было бы праведно, одних не спасать и других не спасать, одних не призывать и других не призывать. В Ветхом Завете не было праведного призвания, а было домостроительство, предуготовлявшее путь для правды. И я не называю одно неправедным, а другое праведным, но называю первое путем к последнему, и его предуготовлением. Бог дал закон Израилю, и Давид говорит, возвещает слово свое Иакову, оправдание судьбы своей Израилю, не сделал он то никакому другому народу, и судит их, его они не знают. 704. Итак, там, открыв истину одному народу, здесь как бы положив на весы слово истины, равномерно распределил его между всеми. Прошу обратить внимание, справедливость состоит в том, чтобы всех одинаково спасти и не делать различия между рабом и свободным, варваром или еллином, женщиною или мужчиною. Вот что говорит Павел. «Во Христе Иисусе нет варвара и скифа, мужеского пола и женского, раба или свободного». Видишь ли одинаковую честь для всех, так как естество наше равноценно, хотя образом мысли мы и различаемся, то он и возвращает естеству древнее и его красоту. Когда был создан Адам, не было ни одного иноплеменника, ни скифа, ни варвара, ни еллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, потому что он произвел двух из единого. Не природа родила рабство, но произвела свободная воля. Бывает рабство вынужденное, происходящее от несчастья, голода или пленения. Есть и иной вид рабства. По собственному нашему побуждению, когда мы, вступая в брак с прислужницами, продаем свою свободу и идем под ярмо рабства. Но первое рабство произошло в силу дурного образа мыслей. А откуда возникает корень рабства? Послушай. «После потопа Ной пил вино». И не растворив его надлежащим образом водою, по неопытности упился, обнаружив болезнь, не воли своя, а неведения. И опьянел, а опьяневший обнажился. Один из сыновей его, войдя, увидел наготу отца своего и засмеялся. Что же говорит ему отец после того, как он пришел в чувство? «Проклят Ханаан, раб рабов будет братьям своим!» Видишь ли, как грех породил рабство. Поэтому Спаситель и говорит: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». После того, как пришел освободитель человеческого рода и дал прощение грехам, лучше же сказать, истребил их, потому что, срубив корень, вместе обрезал и плоды. Он называет Евангелие Евангелием правды, вследствие того, что он всех одинаково просвещает. Итак,
Иудеи полагали, что возвещаемое им Евангелие дается только одним им. Но их ожидание имело непредвиденный ими исход. Поэтому Давид и говорит: «Приняли, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, так и хвала Твоя до концов земли». Псалом 47:10. И чтобы показать, что обнаружение милости концам земли – дело справедливости, он присоединил: «Правда исполнена десница Твоя». Когда поднят какой-либо глубокий пророческий вопрос, то рассмотри его сущность не рукоплеща, а обдумывая умом, не просто принимая звук слов, а исследуя смысл мыслей. Если ты будешь воспевать Божие согласно с истиною, и в особенности станешь петь ту песню, какую пел Давид: «Приняли, Боже, милость Твою посреди людей Твоих», то окажешься и воспевающим Божие, и исполняющимся Святого Духа. Тот, кто искренно воспевает, обновляется душою и становится храмом Святого Духа. Не подумай, что псалмопение – нечто маловажное, хотя, по-видимому, оно только очарует слух, но в действительности пробуждает душу. Так и блаженный пророк Елисей, которого некоторые цари убеждали предсказать будущее, говорит: «Дайте мне человека, умеющего петь». Пришел сведущий в пении, и в то время, когда он пел, говорит Писание, сошел на Елисея Святой Дух. Что же, разве Дух Святой очаровывается звуками и привлекается пением, если он опочил в пророческой душе? Чтобы призвать к себе Святого Духа, для этого достаточно было чистоты пророка. Зачем же он в таком случае говорит: «Дайте человека, умеющего петь»? Не для того, чтобы усладить духа псалмопением, но для того, чтобы в то время, как тот пел, ум пророка обновивший сделался достойным посещения его Святым Духом. Для того он призывает духа, чтобы показать, что он очарован не псалмопением, а душою, пробужденную псалмопением. Он сошел не на певца, а на слушателя. Итак, вообще должно исследовать силу псалмов, особенно же того святого псалма, который сегодня нами читан. «Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся острова многие». Как ты понимаешь слова «Господь воцарился»? Уже ли в том смысле, что он лишь недавно получил царское достоинство? Ведь если бы псалмопевец сказал «Господь царствует», то он изъяснил бы вечное его достоинство. А теперь он говорит: «Господь воцарился». И недавно нами было сказано, и теперь опять будет сказано. Прежде явления Христа, прежде евангельской проповеди, над нашим естеством царствовали дьявол, грех, смерть. Откуда это видно? Павел говорит: «Как в мертвенном нашем теле царствовал грех, так и благодать воцарится через Христа». Вот царство греха. Где же дьявола? Послушай, что говорит Спаситель: «Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам на себя и не устоит царство его». Вот царство дьявола. Где царство смерти? Послушай слова Павла: «Ибо смерть царствовала от Адама даже до Моисея и над несогрешившими». Римлянам 5:14. Так как дьявольская троица, то есть дьявол, грех и смерть, возымела силу и властвовала над Святой и Пречистой Троицею, именно дьявол обольщал, грех умерщвлял, а смерть погребала, то поэтому Давид и благовествует находившимся под той тиранической властью и говорит, чтобы они ушли из-под ярма рабства и приняли возвещаемое владычество Христа. «Господь воцарился! Царство смерти прекратилось, сила греха упразднилась, власть дьявола окончилась». 706. «Господь воцарился, да радуется земля». Радоваться должна некогда порабощенная, теперь освобожденная, некогда заблудшая, а ныне прославленная, некогда бывшая в гробе, а теперь находящаяся на престоле, некогда в бесчестии, а ныне в чести. «Господь воцарился». Так и в другом месте говорится, должно приводить сродные между собой мысли: «Господь воцарился, красоту облегся». Мы одеваемся снаружи одеждой, чтобы прикрыть непристойные стороны нашего естества. А зачем Бог покрывает свое бестелесное естество, исполненное света? Лучше же сказать,
блистающие светом. Но он называет своим одеянием самое тело Христово. Господь воцарился, облегся в красоту. Красотой называет плоть Христову. Она была прекрасна. Не имея безобразия греха, потому что Господь никогда не совершил греха, и не нашлось коварства в устах его, облегся Господь в силу и припоясался. Так как пояс украшает царя, а пояс — отличительный знак царя и судьи, оно передано греческой речью. Итак, начни с головы. Что прежде всего было? Тиару, или что Писание называет? Что после тиары, как бы посредница? Поэтому тиара – образ одеяния. Так как архиерей был глава народа, то ему, как главе всех, надлежало иметь на голове символ власти. Ослабление авторитета невыносимо. Тот, которому присвоен символ его власти, стоит под законом. Закон же повелевает, чтобы голова архиерея не была обнажена, но была покрыта, чтобы голова народа поняла, что у ней есть голова. Поэтому и в церкви во время рукоположения иереев на голову их возлагается Христово Евангелие, чтобы рукополагаемый понимал, что он принимает истинную тиару Евангелия, и чтобы он знал, что хотя он и глава всех, но поступает, подчиняясь этим законам, что властвуя над всеми, он находится во власти закона, что требуя во всем отчета от других, он сам отдает отчет закону и получает от него предписание. Поэтому один славный муж из древних, имя ему было Игнатий, этот украшенный священством и мученичеством, в послании к некоторому иерею говорил: «Ничего да не будет без твоей воли, но и ты ничего не делай без воли Божией». Итак, то обстоятельство, что на архиерея полагается Евангелие, служит знаком того, что он находится под властью. Поэтому Павел и говорит о женщине, имеющей покрывало. Женщина должна иметь на своей голове покрывало, которое было образом власти. Итак, тиара была образом власти. Была на тиаре золотая дощечка, на которой были начертаны письмена, обозначающие имя Божие, что прежде всего показывает, что власть Божия и имя Божие. После тиары и дощечки были на раменах два изумрудных камня, на которых были обозначены имена шести колен на каждом. Это знак священнического поведения. Закон назначает священнику изумруд, имеющий двоякую красоту, и прекрасный цвет, и чистоту наподобие зеркала. Так как нужно, чтобы священник бодрство вел подвижническую жизнь, и чтобы последнее было зеркалом для народа, то закон и желает, чтобы священник на раменах носил образ добродетели. Почему на раменах? Потому что имя Божие на голове. Член над членом. Но почему же на раменах? Потому что это знак действия. Деятельная сила зависит от плеч. Итак, закон желает, чтобы красота истины блистала в делах. Поэтому Бог некогда говорил Иерусалиму: «Положи сердце свое на рамена твои, щи обесчествованное, ибо создал Господь спасение». Иеремия 31:22. Руки и рамена Писание принимает за действие, когда говорит, например, о Давиде: «И в разумах руку свою наставил я». Псалом 77:72. Неужели разум находится в руках? Но в разуме, говорит, самых дел. На груди священник имел наперстник судный с 12 врезанными камнями, каковы сердолик, топаз, смарагд, рубин, сапфир, яспис, гиацинт, агат, аметист, хризолит, берилл, оникс. Этими 12 камнями различались 12 колен. Трудное изречение. Выше, на раменах, было одно естество камней, имевшее одно имя – изумруд, а на груди ниже – камни различные. Что это значит? Так как одно естество родило нас, а различные мысли и мнения разделяли нас, то одно усвояется мнению, а другое – естеству. Итак, имя Божие – это была деятельная добродетель, происходящая через слово и истину. На краях одежды священника называется